Здравствуй, Марин. Здравствуй. Вот мы с тобой поиграли в игру Dragon Fin Soup, или как ты перевела ее название, суп из драконьего заусенца. И что мы можем о ней сказать? Ну, я начну с твоего позволения. Мне, во-первых, я, кстати, скажу, что я на самом деле давно еще узнал об этой игре. Я не следил за ее разработкой, но когда вот я ее увидел какие-то картинки, мне сразу понравилось, как она выглядит, и я с тех пор как-то так периодически с ней сталкивался, и вот, наконец, появилась возможность поиграть. И, честно говоря, конечно, она не сказать, чтобы прям такая уж офигенная, потому что я, например, вижу явные проблемки, в частности, в управлении. Ну, ты сама видела, как сложно было поговорить с каким-нибудь персонажем, постоянно местами с ним меняешься, вместо того, чтобы поговорить. Вот. Но, в общем, я думаю, что эта игра вполне может оказаться неплохим таким рогаликом. Вот, а как тебе, какое впечатление сложилось у тебя? Первое. Мне кажется, она немножко скучненькая. Скучненькая? Да. А может, просто проблема в том, что за рогаликами смотреть скучно? Хотя, может быть, и нет. Возможно, в этом проблема. Но мне кажется, тут как-то то ли недостаток какого-то сюжета, то ли недостаток экшона, но вот как-то вот... Не знаю, меня не зацепило. А может быть еще, знаешь что, вот мне, я так что подумал, может быть тут вот очень много всяких фишек, тут, потому что есть, короче, и крафтинг, и магия, и какая-то прокачка, там, и эквипмент, и туда, и сюда, и может быть это хорошо, но не слишком ли много, вот я что подумал только что. Не всегда же ведь, когда очень много всего, это хорошо. Ну, в общем, вот... Ну, я думаю, может, мы ее просто не распробовали. Может быть, вполне может быть. Но на то, ну, и первое впечатление у нас с тобой. Вот. А если, ребят, хотите ознакомиться с полной версией нашего первого впечатления об игре, то ссылочка в описании.